В этом ролике я вместе со своим другом решил выяснить один очень-очень важный вопрос. Что лучше, 5 ночей с Фредди и все их аниматроники или Хаги-Ваги и игра Poppy Playtime? Это будет очень интересная заруба, ведь каждая из этих игр хороша по-своему. Нам предстоит выжить на одном блоке, который будет связан с определенной игрой. Это будет сложно, но очень интересно. Смотрите до конца, мы начинаем. Ну, Ленчик, я думаю, что... Стоп. Ой, я случайно. Ага, я так и понял. Леонид Андреевич выпал из мира. Лень, ты, мы еще даже не начали. А что это у тебя в руке? Что за леденец такой, а? Да, я случайно. Да, это все, вот, больше ничего нет. Лень! Ты ко мне офигел, что ли? Ты чё? Локи-блоки ломал, пока я со зрителями общался. Не, ребят, это вообще не дело. Лёня, тебе хана. Тебе реально хана. А меня-то за что задело? Не, Лёнчику по заслугам. Я жив. Леонид Андреевич выпал из мира. Не получилось, не фартануло. Ну да, практически жив. Смотрите, какой мне меч выпал, Лёнь. Мне кажется, что аниматроники это круто, это класс. Но Хаги-Ваги и Кисси-Мисси это сейчас в тренде. Поэтому, Лёнчик, ну тут уж извините, куда деваться. Я думаю, что мой Локи-Блок победит. Poppy Playtime круче, что ты говоришь такое? Лёнь. Я знаю, поэтому я тебя выиграю. Ой, стоп, что, Лёнь, ты только что сказал, что мой Локи-Блок круче. Подожди. Что подожди-то, Лёнь, все? ФНАФ у меня же, да? Ну да, Лёнь, ты чё, дурак? ФНАФ круче тогда, ФНАФ круче. Первое слово дороже второго. Первое слово съела корова. Но это не точно. Да ты офигел, что ли? Ребята, давайте так, поставьте лайк, кто голосует за Хаги-Ваги и Кисси-Мисси, потому что они реально в тренде. Я думаю, что они сегодня должны победить. Ты чё, летаешь, что ли? О, Лёнь, ты мне платформу строишь, спасибо большое. Но на этой платформе, смотрите, происходит какая магия. Если мы поставим Локи-Блок, то он сразу же сломается автоматически. Чё, он меня убил-то за что? Лёнь, иди-ка отсюда, у меня есть вот этот меч, я тебя им отколошмачу, если чё. Ужас, чел, тебя кто-то убил. О, да, реально ужас, как будто ты не рад этому. Всё, давай, иди. Нет. У меня такая ракетница сейчас вниз упала. Это печально. Да, как будто не я убил тебя этим мечом. Так, стоп, Лёнь. Это что, ты меня что ли убил? Нет. Смотрите, во-первых, Хаги-Ваги и Кисси-Мисси это два персонажа, значит удача в два раза больше. Хотя, с другой стороны, у него там вообще их куча. Что мне выпало? И что тебе там выпало, Ленечка, давай показывай. Не покажу. Да почему, Лень, да то покажи, интересно же, а? Вот что. И что это такое, Лень? Не покажу. А за 10 тысяч лайков покажешь? За 15. За 15. Ребята, давайте вы пока что лайк поставьте, мы сейчас наберем 15 тысяч лайков, и Ленчик нам покажет, что ему такое там выпало. Очень интересно посмотреть. Главное, чтобы не динамит сейчас мне выпал. О, салют, неплохо. А еще слово надо угадать. Не, Лень, пока что не, только лайки. Слово мы попозже угадаем. Так, что здесь у нас? Отличненько. Доски нам нужны будут для верстака. Вы не думайте, что доски это фигня какая-то. Нет, они нам сегодня понадобятся. Что такое, что такое? Я сама неотвратимость. Стой, ты Танос, блин. Ой, господи, ты мне все тут разломал. Дурацкий ты Танос, ты недоделанный, понял, Танос? Так, смотрите, мне выпали обалденные печеньки. Они, во-первых, очень качественные, во-вторых, очень вкусные. Давайте мы попробуем съесть одну и... Лень, прости, я, кажется, съел печеньку, тебя немножко подорвал. Но ничего страшного. Ты что сделал? Ты что сделал, зараза шоколадная, ты нас откинул? Ой, прости. Нифига себе, прости, Лень, ты чё? Я, кажется, печеньку съел. Печенька так много урона не наносит, ты меня обманул. А, что? Я? Ты? Не, неправда. Правда, Леня, капец. А почему я ломаю Локи-Блоки на твоем дурацком ФНАФе, я не понял. Почему так нафиг? Вот именно, у меня такой же вопрос. А чё сделать? Почему нам выпадают одни взрывы? Что за серия такая странная? О, кажется, у нас сейчас чуть Майнкрафт не сломался. Вот это да, вот это я понимаю. Кажется, ты продул. Леня, ты вот зайди в комментариях. Почитай комментарии-то ради интереса. Там все за мой... За мой Локи-Блок голосуют, хотел сказать, что происходит в этом ролике. Давайте я буду ломать на своем все-таки Локи-Блок, он лучше. Дач так, чуваки, сейчас мой Хаги-Ваги должен выиграть, Ленечка. Ну да, у него там вообще хана. На самом деле, мне даже броня не выпала никакая классная, кроме вот этой. А вот это нам Майнкрафт блокирует. Это нам не надо, давайте выкинем ее нафиг, а то сейчас весь Майнкрафт сломается. Зато какие яблочки мне выпали. Ленчик, сейчас я съем это яблочко и стану неуязвимым.
Почему? Потому что я смогу летать, а еще я стал невидимкой. Есть блоки. Блоков у меня, Лень, нет. Что-то из моего лаки-блока мне блоки вообще не падают, я не могу себе платформу... Ты сейчас тоже это видел, да? Вот сейчас я не понял. Я тоже не понял, Лень. Но кажется, я немножечко это... Ну, испугался. А, нам, наверное, показалось, кажись, обоим. Да, напишите в комментариях, нам показалось или вы тоже это видели. О, ключики, чуваки. Если мы съедим этот ключик, то сломаем Майнкрафт Лёни. Давайте проверим. Не сработало, черт. Что? Я начал слишком быстро двигаться. Ты посмотри, я просто флэш какой-то. Почему я все еще выживаю на одном лаки-блоке? Я их так много сломал, а все еще на одном блоке. Да как так-то? Я уже должен был себе дом здесь построить целый. А, блин, я думал, там доски лежат. Потому что у тебя фигня одна падает. Лен, это у тебя фигня одна падает. Понял? Стоп, я его убил с двух ударов? Еще раз, можно проверить? Да не стреляй ты в меня, зараза, ты такая шоколадная. Сломаешь мне все. У меня и так ничего здесь нету на платформе. Ладно, выпал еще один колодец. Класс. И что из него? Это что такое? Стоп. Все-таки сервак, Лене, мы сломали. Классно. Соединение потеряно, сервер закрыт. Ну ничего страшного. Фух, повезло, фартануло. Смотрите, из-за чего у нас сломался сервак. У меня спавнилась вот такая странная платформа. Ты мне сломал Майнкрафт. Леня очень злой. Очень. Нет, стой, не взрывай мою платформу, только зараза. Ты что сделал вообще, а? Я хотел показать, насколько быстро я бегаю, и смотри, эта зараза мне сломала все. Ну, теперь я сломаю тогда сам эту заразу, вот, получайте. В принципе, логично. Леня был убит Владусом. Смотри! Не буду я на тебя смотреть, все, я обиделся, иди отсюда от меня, понял? Стоп. Что? Это я рукой ломаю? Я как будто... Я как будто супергерой какой-то. Чувствую себя реально очень мощным челиком, потому что я ломаю очень-очень быстро. Так, смотрите, тут какая-то картошка падает, фигня. Но, наконец-то мне выпало оно. О, стоп, что это? Это что за мотыга? А почему у нее урон? Плюс 45 тысяч. 45 тысяч урона у мотыги? Стоп, это я же могу Ленчика вот так вот убивать. Ленчик, ты меня прости, конечно. Не злись, не злись, не злись, хватит, хватит злиться, что ты тут носишься? Я могу сломать тебе твой лаки-блок с помощью этой ракетницы, вот так вот. Ой-ё. Леонид Андреевич взорвался. Лень, ты только не злись на меня. Угадай слово и не буду. Слово вот из этих букв, что ли? Вообще легкотня. Ребята, помогите угадать слово, пожалуйста. Вот это буквы вот эти, да? Их надо составить в одно слово и написать слово в комментариях, ладно? Ленчик, хорошо угадаю, вообще легко, вообще легкотня. Давайте, ребята, только правильный ответ пишите, а то позор будет, если мы не угадаем такое легкое слово. Оно реально очень-очень легчайшее. Смотрите, мне кажется... Стоп, а чё у меня так в инвентаре много всякой всячины? Я думаю, что это надо выкинуть и надеть удачные ботинки, потому что они будут реально, если удачными, тогда Ленчику вообще не поздоровится. Чё за рыбёха мне падает из лаки-блока? Почему у Лёнчика какая-то классная броня? Смотрите, он там вообще весь нарядный, как аниматроник одет, да? А у меня какая-то дичь вообще в последнее время на это выпадает. Чё за дела? Лёнчик, в чём секрет кота Бориса? Секрет кота Бориса заключается в том, что... И в чём же? Что у него не такой отстойный лаки-блок, как у тебя. Ты чё? Ты офигел, Лень, да хорош у меня лаки-блок, просто что-то невезение какое-то пошло. Хаги-ваги, киси-миси меня начали подводить. Хотя они мне выдали, вот смотри, что, например. Стоп, Леня, зараза, это мои яблочки. Да ты забрал мои яблочки. Блин, а вот Ленчик, все мои предметы забирают классные. О, арбузики мне нужны. Леня, даже не вздумай, я, если что, бегаю очень быстро и бью очень больно. Поэтому, Ленчик, давай, вот без этого. Ой, прости, мне пофиг, что, прям серьезно? Ты что сделал? Да ты что? Стоп, ты же сказал, что тебе пофиг. Не надо в меня стрелять. Леня сломал нам снова всю платформу, зараза. Да хватит, ты! Общиба, я тебе сейчас... Реально, я тебе сейчас по башке надаю. На, иди отсюда, я тебе сейчас всю броню доломаю, понял? Давай. Шуруй отсюда, я сказал, ты меня не пробьешь. Мой лаки-блок лучше, потому что... Ребята, ставлю вам лайк за то, что вы голосовали за мой лаки-блок. Хаги-ваги всегда топ, он никогда не подводит. Ленчик, сейчас мы это и проверим. Слишком долго мы спорили, какой лаки-блок оказался лучше. Сейчас-то мы и узнаем. Смотрите, я просто сейчас Леню вот так... Не понял сейчас. А чё? Ты чё? Я чё-то не понял. Я с геймода вещи взял. Чё? Убить не можешь? Чё ты сказал? Как не могу? А если я напишу в чате? Вот так?
Не, ну то, что он считерил с геймода вещи взял, также неправильно, согласитесь. Справедливо! Лёня выпал из мира. Ребята, прямо сейчас напишите в комментах, какой лаки-блок-то все-таки лучше оказался. Мне кажется, что Лёня читак, то, что он с геймода, да, все взял. Прямо сейчас напишите в комментах, какую битву сделать следующий, кто с кем будет бороться. Мы выберем самый лучший комментарий и сделаем битву по вашему лучшему комменту. Подпишитесь на канал прямо сейчас, вот здесь вот кнопка подписаться. Нажмите на нее, чтобы не пропустить новое видео. А мы увидимся с вами в следующем ролике. Посмотрите еще другие видяхи. Пока.